Доброе утро, мои дорогие друзья. Вот это вот пью с вами. Решила показать немножко касторка. Я каждую неделю делаю очищение касторкой и периодически меняю чистки. Делаю то, то другое, то пятое, то десятое. В общем, по-разному. В моей школе Vita Catharsis вы сможете найти много-много разных чисток. Итак, касторовое масло. Специфический запах. Поэтому заткните нос. Многие мои люди просто, они трепещут в предвкушении выпить касторового масла. Некоторых сразу рвет в предварительном предвкушении выпитого касторового масла. Поэтому хорошо вот грейпфрут, лимон, грейпфрут сюда плюс. Немного подогрели и бахнули. Поехали. Ой, никак не могу привыкнуть. Моему знакомому снился сон, говорит, ты стоишь и все говоришь, так, касторовое масло, так, шанпракшаланы, касторовое масло, всем чистку касторового масла, всем чистку шанпракшаланы. Да, в этом, наверное, я вся. А сейчас пойдем, я покажу, как я буду, как говорится, ополаскиваться. Я покажу, как я ведра приготовила. Еще мой знакомый забыл о клизмах. Неизменный параметр. Вот мои ведра. Сейчас я их возьму. И на улицу. Тут уже растаяло. Давайте посмотрим, сколько градусов. По Цельсию. Да, да, да. 7, 7, 6, 9, 6, 8. Ну, 6,8 градусов. Вода, которая превышает температуру 12 градусов по Цельсию, целебной не является. Вот так. Поэтому, друг, не жди, пока петух клюнет в попу. Приходите в мою школу здоровья. Осень сейчас самое лучшее время для очищения. Не жди. Ссылка в шапке моего профиля.